Всем привет, с вами интернет-магазин Stalker Shop. Сейчас мы рассмотрим рюкзак тактический с подсумками по расцветке Woodland. Сейчас вы можете его видеть в полной загрузке, то есть основного отделения. Как говорит производитель, объем его 40 литров, но, на мой взгляд, в него может влезть гораздо больше. Давайте рассмотрим его поближе. Комплектация этого рюкзака состоит непосредственно из самого рюкзака, двух боковых подсумков и сумки Schulz с лямкой через плечо. На передней части рюкзака мы видим стропы крепления моли для подсумков. Снизу две петли. Сбоку те же стропы моли и фастексы, которые утягивают наш боковой объем рюкзака. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Сверху, помимо ручки для переноски, мы видим два фастекса, который утягивает объем нашего рюкзака сверху. Здесь же два отделения. Одно поменьше на передней части. Здесь видим карман с сеточкой. Внутри все проклеено водоотталкивающей мембраной. Здесь просто нашита ткань. И основное большое отделение, которое у нас также проклеено внутри. Здесь тоже есть небольшой карман дополнительный. Мягкая спина. Еще на верхней части нашего рюкзака под ручкой для переноски имеется клапан для вывода шланга питьевой системы. Но есть одно но. Отверстие велкро придется прорезать самостоятельно. Отдельно рассмотрим подсумки, которые вешаются по бокам. Они застегиваются на молнию. Внутри мы можем видеть водоотталкивающую мембрану. И как бы он разделен на две половинки при помощи вставки из ткани. Одно отделение и второе отделение. На передней части стропы молли, на которые тоже можно повесить дополнительно что-нибудь. И сзади мы видим крепление молли, за счет которых и производится крепление нашего подсумка к рюкзаку. Либо к любым другим стропам молли. Как это происходит? Отстегиваем. Просовываем через нашу стропу и застегиваем при помощи кнопки. Ту же самую операцию проводим и со второй лямкой. Таким образом, этот подсумок будет висеть на нашем рюкзаке. Еще в комплект входит сумка Schulz с лямкой через плечо. Ее можно, в принципе, носить и отдельно. Более подробный обзор на нее вы найдете на нашем канале. Я расскажу про нее сейчас коротко. Можно отстегнуть эту лямку, если мы хотим использовать ее как подсумок, и прикрепить при помощи строп молли к нашему рюкзаку. В принципе, все то же самое. Продеваем. И закрепляем. Таким образом, она будет крепиться к вашему рюкзаку. Подытоживая, могу сказать, это отличный модульный рюкзак неплохого качества. Вы можете его использовать как с подсумками, так и носите рюкзак в подсумке отдельно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.